Из грязи в князи. Почему президентом Индии станет представитель низшей касты и зачем в Китае запретили Винни-Пуха? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Винни-Пух – персона нон-грата в Китае, точнее, в соцсетях Поднебесной. Цензура удалила литературного персонажа из китайского аналога Твиттера и различных мессенджеров. О причинах табу на Винни официально не сообщают. СМИ предположили, дело в том, что лидера КНР очень часто сравнивают с Винни-Пухом. Впервые о схожести заговорили в 2013-м, после встречи Си Цзиньпиня с Бараком Обамой в Белом доме. На фоне подтянутого американского президента руководитель Китая был похож на полноватого медвежонка из мультфильма. Следующим президентом Индии будет представитель касты неприкасаемых. Это самая низкая ступень в социальной иерархии страны. Так называемых далитов в Индии около 17% от всего населения. И правящая партия страны, и коалиция выдвинули кандидатами в президенты неприкасаемых. За кресло главы государства будут бороться Мейра Кумар и Бихар Ковинда. Изначально в ЦИК подали заявки 95 человек. Онлайн-сервис компании HBO перестал работать из-за первой серии 7-го сезона «Игры престолов». Проблемы у пользователей начались еще за несколько часов до того, как видео попало на сервер. Фанаты в США и Латинской Америке пожаловались, у них исчезла картинка во время премьеры. Точно такие же проблемы с фильмом были в прошлом году. Новый сезон популярной киносаги называется «Зима пришла». Поклонники ждали новую часть эпопеи почти год. Авторы уверяют, это заключительный сезон. Актер Дэниэль Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, бросился на помощь туристу, которого обокрали в Лондоне. Воришки подъехали к прохожему на мопеде, несколько раз ударили его и отобрали сумку модного бренда. Первым к пострадавшему подоспел как раз Рэдклифф. Это подтвердила пресс-служба актера. В полиции Лондона сообщают, ведется следствие, воров пока не задержали. Чемпионат по скайдайвингу в закрытом помещении прошел в Мадриде. Участники парили в воздухе, показывая сложные акробатические трюки в трубе. На соревнования в столицу Испании приехали 9 сильнейших спортсменов мира в возрасте до 18 лет. Воздушная хореография в сочетании с лазерным шоу и спецэффектами не оставили равнодушными сотни зрителей.